Ростовчане, вот мы с вами все ждем, когда же весна наконец вступит в свои настоящие такие законные права. Но сегодня, к примеру, по народному календарю 6 апреля жора осень скоро. В этот день наши предки предсказывали, прогнозировали, каким же будет ноябрь. Для этого они насыпали семечки в кормушки на деревьях и наблюдали, кто же первым придет полакомиться. Если первым приходил поесть тигр, значит, ноябрь будет сухим и таким жарким. А если жираф, то, значит, жарким и сухим. Ну, а если прилетала какая-нибудь птица, ну, к примеру, пингвин или страус, значит, ноябрь наступит сразу за июлем. Дождь на жору обещал богатый урожай шалфея. А если этого дождя не случалось, наши предки набирали ведра с водой, выходили на крыши и внимательно смотрели на тучи, на небо. Ну, а потом, кто как мог, оттуда спускались. Ну, похоже, весна все-таки постепенно, по каплям отвоевывает свои права. Завтра, к примеру, день будет таким же облачно-солнечным, как и сегодня, только станет еще теплее. Цифры на термометрах покажутся, ну, просто невероятными. 21 градус со знаком плюс. Это уже что-то близкое к лету. Правда, вместе с теплом усилится ветер, так что держите шляпы на своих головах крепче. Может сдуть запросто 7 метров в секунду с сильными порывами. Это не шутки. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 751 миллиметр ртутного столба. В общем, если не слишком боитесь ветра, выходите завтра на улицы, гуляйте и принимайте первые солнечные ванны производства 2021 года.